Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня донатный бездонат, и сегодня мы будем пробовать проходить битву гильдий. Я подкачал героев, я вам показывал. Забрали мы пак, там многие бомбят, что вот это донат, просто жесть, 78 рублей, это мега донат. 425 самоцветов, ребятушки, мы получили, это ужасно просто. Во всем виновата IGG. Они дали топовые плюхи за вообще не то, что это за копейки. Просто в любом случае, кому оно выпало, должен был это забрать. Потому что. Поехали. В общем, я все высказал в предыдущем ролике, что я думаю по этому поводу. Для меня это, как и для многих, это, ну, большинство даже согласилось. Не то, что большинство, 90% с тем, что надо забирать, и многие позабирали, даже там школьники позабирали, потому что такие плюхи на русском сервере бывают раз за все время, скажем так. Так, окей, что там у нас интересного сегодня по акциям? Все мы позабирали вроде. Опа, опа, 250 самиков, подгоны. Осталось у меня 76. Так, окей. Что у нас по кулачкам? Печалька. Поехали. У нас герои уже подкачаны. 10, 10, 10, 10. Так, 10, 10. Прейка. Будем пробовать. Будем пробовать кого-то бить. Будем дальше качаться. В общем, такие вот темки у нас. У нас уже ворожей топовый. Короче, сейчас будем нагибать, наверное. Это не точно. Такс, череп. Череп, череп, череп. Череп, череп, череп. Ну, блин, я не знаю, даже придется все-таки Рину брать. Так, окей. Поехали, посмотрим, поугараем. Многие думают, что из-за этого там мега-аккаунт будет. Я вам сразу говорю, сейчас вы увидите, как нас будут сливать. Потому что надо героя эволюционировать и прочее. Так, Фрея. Раз, два, три. Вуаля! Затащили топа. Это жесть. Так. Ну тут даже нету смысла. Тут бессмысленно, честно говоря, бегать вот против топов, потому что, ну, это ничего не решает. Надо сначала изначально прокачать героя, только потом выбегать против топов. Поехали искать свой топ. Топ 60к. Вот я буду начинать со 100к. И будем двигаться вниз. Но вот тут вот я нифига не сделаю. Тут стрелок есть. Без эволюции, скажем так, ну, нереально. Тут тоже нереально что-то сделать. То есть все, кто имел возможность, все это сделали, соответственно. Те, кто не сделали, это печально, ребят. Это печально в первую очередь для вас, потому что, ну, по сути, не съесть хот-дог. Конечно, я не говорю, что это должны были делать все, разные есть нюансы, но это просто был подарок от IGG, и было грех им не воспользоваться. Такс. Ну вот видите, я ничего не могу сделать, хоть я и прокачанный. Вроде как неплохо прокачанный. Сейчас мы попробуем немножко. Так, и семнушку выкинем. Ну там Фрея с эволюцией уже. Вот посмотрите, сколько моя там Фрея будет дамажить. Смотритель, по-моему, больше дамажит. Ну 32 тысячи уже бьет, это уже куда ни шло. 15. Так, ПБшку сейчас сольет. Ну все, тут по-моему, попка нам. Хотя, может, и затащим Асурик. Да, вот оно, ребятушки, вот оно, вот этот движ начинается. Вот что значит Фрею немножко подкачали по скиллу. И дальше она слилась. Ну просто красавица. Ну что, ребятушки, пробуем. Шанс слива минимальный. Ну, все-таки попробовать стоит. Давайте тут кинем Анубиса.
Там Асурик, он если включится, все, нам будут хранты. Ебой. Затащили. Вот оно, хотя бы можно почувствовать себя, что ты хоть чего-то можешь добиться, что-то можешь показать, потому что без прокачки 10-го скилла я этого раньше сделать не мог. Напасть там на топа вот с такими героями. Понятно, надо делать эволюцию, мы это все будем делать, но всему свое время. Пробуем здесь. Так, что у нас тут есть? Давай тащи! Сейчас нас космос хлопнет, мне кажется. Стрёмно мне, стрёмно. Не-не-не, не будем мы этого тут делать. Поехали другого найдем топа. Такс. Ну надо Фрей, видите, надо Фрей эволюцию, надо Фрею в любом случае качать. Ой, юниты, вот это я люблю. Можно даже с тыковкой попробовать. Так, кто там у нас? Кто там у нас такой злой? Так, духа слили, тыковка, Анубис остался. Ну, в принципе, ой-ой-ой-ой-ой, там, блин, там есть землеройка, он сейчас нас просто чпоки-чпоки нам сделает. Тыковка? Нифига себе. Не, надо его по-любому пройти. Это не дела. Вот теперь хоть можно хоть что-то сопоставить вот таким вот героям. При том, при условии, что ты ничего не качаешь. Это обалденно смотреть на, бля. Знаете, аж хочется дальше играть, развивать этот аккаунт. Так, вот, землеройку, блин, землеройка, видите, что сделал, заблочил. Так, тыковку убрала, красавица. Дальше нас Анубис просто чпокнул. Так, давайте еще разок. Давайте так, вот тут вот Фрейю кинем, а тут кинем Седну. Плюс у нас есть еще Смотритель. Тоже немаловажно. Смотрителя надо качать, потому что он реально тащит во многих ситуациях. Так. Фрея, Фрея, Фрея. Ух ты, блин. Обалдеть. Жестко. Ну, что жестко? Что жестко? Жестко. Так, этого мы не пройдем. Хотя можно попробовать. Давайте ради интереса. Попробуем. Что нам не нужен тут Рино. Поставим тыковку. Ого! Ну и что, ребят, заберем? Это ж не донат. Так. Поехали. Хочется сегодня эту гильдию помучить. Вот где юниты есть, в принципе, очень неплохой вариант будет. Сейчас кидаем тут Фрейю, а тут пробуем тыковкой разгончик набрать. Сейчас увидите, как будет улучшаться с каждым бафом. 45 тысяч. Вот он, пошел разгон. Пошла жара, посмотрите, что делают. Вот что значит, ребятушки, вот что значит. Оставили юнитов нам. И тыковка слилась, блин. Как ты могла? Как ты могла? Целых 10 самоцветов накопленных, блин. На тебя потратили. Так, пробуем тот же самый вариант. Так, раз. И тут кидаем фрейку. Смотрим. 49, 100. Вот она пошла жара. Пошла жара, пошла жара. И дальше она закончилась, эта жара. Так, понятно, там Фрейя второй эволюции. На что я надеюсь? Пум-пум-пум-пум-пум. Пробуем. Что это было? Что это было? Блин, а Фрейя, я вам скажу, неплохо дамажит.
Очень даже неплохо. Ну там, там седна есть, понятно, все. В общем, какой плюс я для себя вижу, можно уже нападать на расты с юнитами, с такой фрей, с такой тыковкой. У нас получается обалденный разгон. И мы уже можем хоть как-то дамажить. Конечно, у нас меньше крита получилось. Но зато у нас есть выживание, она хилит себя. Так, ну тут надо искать расту именно с юнитами. Можно, конечно, и топов поискать, но это ж, вы же понимаете, что такое время для бездоната. Ну, давайте тут попробуем хотя бы ради интереса. Так, а тут тыковку. Ворожей с воодушевлением. Да, ворожей с воодушевлением, нам тут ничего не светит. Видите, уже сразу заметна разница. Я много вам не показывал битвы гильдий на сардельке, потому что я так бегал через за 5 минут до окончания. Но 10-10 это, конечно, она была 8-8. Мы немножко ускорили этот процесс. Так, что тут у нас? Тут у нас бог хрома с воодушевлением какого-то фига стоит, не знаю чего. Тут, конечно, будет, тут, конечно, можно попробовать, я вам скажу. Но этот бог хрома, ничего себе, видели, какой там череп стоит? С маскировкой. Ну, красава. Красава, красава, однозначно. В принципе, годная тема. Нежданчик можно получить в любой момент. Так, тут у нас понятно все. Свален, ничего себе. Ну, жесткие типы у нас тут. Давай, тыковка. Смотрите на Свалена. С ожогом, что он там творит? Ебой! Угу, конечно. Сольемся только. Куда я полез, я сам не знаю. Чего я сюда полез? Поехали на регион. На район 59. Понятно все. Короче, кроме Киева нам ничего сегодня не светит, судя по всему. Так, тут стрелок. Ну-ка посмотрим на грешников. Та же самая картина. 137. Анубис раз чпокнет, мало не покажется. Так, что у нас тут? Афина с воодушевлением, что ли? Так, ну в принципе, ну его нафиг. Короче, не зря я напал на Киев. VIP Империя какая-то. Боже, что тут делается на русском сервере? Со стрелками, со шмелками. Давай, Фрея, тащи их. Посмотрите, что они делают. Это просто жесть. Вы думали, что там типа задонил и все, типа это же. Даже если вы додоните до шапки, я вам скажу так, это ни о чем в сегодняшних реалиях. Поехали. Поехали на Киев. Супер. Ну вот, чем мне не нравится еще Нокс, то, что видите, заходишь, нажимаешь на удаление, блин, и печалька происходит. Так, мы вот она, изворотливость сработала на тыковке один раз. И на этом все закончилось. Да блин, это жесть, ребят. Это просто попа. Да-да-да-да. Знаете, эта музычка, блин. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Блин, мы там пошатали по 90, а тут с 80 не можем справиться. Так.
Какое-то своеодушевление. А, анубисовое одушевление. Да, не, мы его не пробиваем просто. Мы просто его не пробиваем. ПБшка, вторая эволюция. Да где вы их понабирали? Стрелок. Короче, надо заняться. Пишите в комментах, будем качать дальше аккаунт или сливаем рубрику. Такс. Отлично. Вот это мое. Вот это мое. Вот смотрите, как с изворотливостью тыковка бешено набирает энергию. Ебой, ебой, давай, 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 я же сказал, давай. Вот так вот всех. Отлично. Бездонатный донат идет на рекорд, ребятушки. Мы идем на свой рекорд. Непонятно, конечно, какой. Что это было? Что это было? Там сейчас мохнатка нас разработает по ходу всех. Так оно и случилось. Попробуем с другой стороны забежать. Вот отсюда. Отсюда тыковку кинем, отсюда кинем сернышку. Вау, 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 вау. Воу, 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 полегче, ребятушки, полегче, пожалуйста. Просто ушатали. Ну, его можно пройти, но... Зачем эти сливы, вы скажете, я тоже так думаю. Надо бить спокойно, тихо, таких же противников, как и ты, по силе. Зачем, куда вот это вот спешить? Спешка ни к чему хорошему не приводит никогда. Вот, а вот сейчас вот, что это за урон, я вот даже не понимаю. Вау-вау-вау-вау-вау, космо-космо-космо-космо! Тоже убьет космо. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай. Давай, тащи. Ух, я уже думал, что сольемся и наберем топчик. Это было бы ужасно, ребят. О, вот это раста, вот это мне нравится. Ребята правильно делают, дают возможность... Нормально себя пройти. Вот посмотрите, Анубис воодушевлением. Посмотрите, что он злобно делает. Какой он злой. Тут сейчас будет шанс слива. Только так. Вроде казалось бы простая раста. Это жесть. Это жесть, ребята. Блин, у всех космос. Что за фигня? Вы что, издеваетесь, что ли? Сейчас нас тут просто чпокнут. У меня такое чувство. Ух ты, выживание нас спасло. Жестко спасло. Ну а дальше что? Так, хорош, 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 хорош. Ой, хорош. Космо, космо, да что за урон по космо 4000, ну? Что это такое? Нифига себе. Вы видели это? Вы это видали, ребятушки? Сейчас, короче, Насрина просто походу утащит всех. Ну ладно. Дороги обратно нет. Фух. В общем, тыковка тащит. Вот такой вот бездонатный донат. Или донатный бездонат 1173. Мы сегодня на первом месте, а ничего себе. Ничего себе, интересно, какое там в топе вообще. Нифига себе, я нашкреб. Да, это просто имба. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.